десантно-штурмовая бригада в Копчегае. Здесь занятия идут днем и ночью. Чтобы совершить прыжок с парашютом, нужно пройти обязательную предпрыжковую подготовку. Потому как небо ошибок не прощает. Поэтому здесь сегодня занимаются и контрактники, и солдаты срочной службы, и даже офицеры. Несмотря на то, что каждый офицер имеет более 50 или даже больше прыжков, все равно они проходят обязательную предпрыжковую подготовку. Это закон. Десант знамен не уронит. Десант так было и есть. Десант в бою не дрогнет. Мои десантные войска, моя безудержная юность, где на ладонях облака, под сапогами ночи лунность. Это не забывается, это снится мне, брат. Этот путь называется десант, десант. Нет неприступных рубежей, и нет непройденных препятствий среди небесных миражей. Крепчали мы в десантном братстве. Это не забывается, это снится мне, брат. Этот путь называется десант. И сколько выпадет дорог, звезда на небе нам укажет. Ну а пока давай чуток из фляги за ребят уважим. Это не забывается, это снится мне, брат. Этот путь называется десант. Это не забывается, это снится мне, брат. Этот путь начинается. Рязань, Рязань. Десант уходит, десант. Десант знамен не уронит. Десант уходит, десант. Десант в бою не дрогнет. Oh,